Марка спрашивает из Гродно, а стоит ли завидовать вообще человеку, если он доволен нынешней жизнью и то, что смысл его просто жить? Нет, завидовать точно не стоит. Он просто проглотил определенный наркотик, да, который называется самоудовлетворение своей работы там, и так далее. Нет, это не человек все-таки. Он себя принижает. Он себя, так сказать, пригибает голову. Это, конечно, не реализация себя. Так что, получается, если человек нашел какую-то хорошую работу, где он себя полностью там реализует, это считается, что как бы его природа или судьба проверяет, играется с ним? Да. Да, абсолютно точно. Так? Да. Отдаленные стороны. Я себе очень много раз в течение жизни пытался ставить такие цели. Тут же себя хватал так за ухо и оттаскивал. А если бы вас Нобелевской премии подкупили? Ну, это, может быть, когда-то это было бы притягательным, но очень давно. А я думаю, где-то до 30 лет. Можно было еще купить вас, да? Я думаю, что да. И тогда бы, ну, не знаю. Я думаю, что все-таки разочарование было бы очень быстрым. Нобелевская премия – это не в деньгах дело, это в престиже. Честь, да, престиж. То есть ты ставишь мнение окружающего общества выше всей своей жизни. То есть ты работаешь на окружающее общество, чтобы они тебя уважали. Для этого ты существуешь. Через пару лет не будет ни тебя, ни окружающего общества. Ну и что, все это пройдет как? Нет смысла.